Йоу, вассап, чуваки, всем салют, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Так получилось, что в основном ничего интересного не выходило, кроме альбома Джакалиба, который мы тоже прослушаем. Все что-то как-то, ну, такое. Вот вышла Анакондас, короче, эта пятница более-менее была. Давайте начнем с синглов. Прослушаем синглы, а прослушка на альбомы и на альбом касты тоже. Я все запилю чуть позже. Вот, ну а пока давайте заценим синглы. И начнем с Маркула. Бумеранг. От Маркула тоже, по-моему, давно ничего не было слышно. Ну, по сути, тот же Маркул. Продакшн хорош. Понравился момент этот, когда затих бит. Так. Ну, Маркул, в общем, говорит о своих проблемах, с чем он столкнулся, видимо. Прикольно, прикольно. Второй парт вообще неплохо. Ну, неплохой трек, неплохой. Вторая часть по биту понравилась. Так, Янг Трапа вышел на свободу. Пошли релизы. Я думаю, все знают, кто такой Янг Трапа. Пошел нахуй со своим футболом. В смысле, пошел нахуй со своим футболом. Было бы прикольно услышать еще эту фразочку. Так, ладно, слушаем. Чипинкос тебя нафигачил. Видели, не видели битву эту? Ну, Трил Пил однозначно мимо. Димаста в своем репертуаре был там, по сути, ничего нового не услышал. Вот Янг Трапу интересно услышать прям куплет. Ну, удачи тебе с твоей миссией, конечно. Короче, ну такое. Так, Love Some Mama от Джибуды тоже вряд ли зайдет, так как я не любитель вообще нашей новой школы. Суки тупые, суки пиздят, суки копируют ногти. Я так и знал, сделала тренд, но для меня он скоро подохнет, хамый стиль. Будешь первый, кто сбитит, у меня имидж кахуна. Опасная, опасная. Девчонки сами себя суками называют. Все нормально, значит. Чего вы гнали все на скриптониты? Трувер мне там слышится. Короче, единственное, что понравилось, это продакшн, сам бит. Все. Ну и... Ну, Love Some Mama неплохая, в принципе. Так. Что-то такая лайтовая тема, я ждал что-то похлеще. Но начало мне понравилось. Гонфлат, конечно, вообще очень техничный стал. Блин, ну я, если честно, ждал что-то прям такое мощное, хлесткое, типа... Я думал, пожестче тема какая-то будет. Туда, туда. Это Нацук, наверное. Ну да. Ну, прикольно, но я все, в принципе, сказал.
Так, еще один интересный релиз. Аника. Интересно просто, что будешь ждать. Она постоянно как-то меняется. Тут вот какой-то испанские нотки как будто. Классный у нее голос. Ну что-то, не знаю, пока не цепляет, как будто какой-то проходной трек. Я ждал что-то более хитовое. Что-то, ну, не знаю, пока. Люблю ЛСП, но продакшн от Славы. Как-то странно, в общем, слушать ЛСП на бите от Славы. Странная какая-то фигня. Что-то пока ничего не заходит особо. Так, как дела, Тифест? Мне все нормально, мне все интересно. Такой слегка мотивирующий, но припев хорош. Люди меняются, правда. Кто не падал, тот не бил, кто не плакал, тот не жил. Вчера мне звонили юристы, теперь у них тоже юристы. Ну такой мотивирующий, да, слегка трючок. Типа на своем примере. Круто, вообще можно порадоваться просто за Тифеста. Так, у Лауд походу альбом будет. Потому что вот еще этот трек. Вот это уже интересно что-то. Главное, чтобы не испортили. Но пока бит вывозит. Короче, мне чисто музло понравилось, опять же. Был бы тут Влада, был бы, наверное, нормально. Вот это я не слышал. Кочевая тема, прикольно. Найман, Бенгер. Видимо, ему не понравился Бенгер от Федука. Он решил выпустить свой. Так, стоп. Я не нуждаюсь в Тиндере. Приложение для знакомства с девушками. Я чаще зависаю с Гриндера. Гриндер это для геев приложение, насколько я знаю. Если я не ошибаюсь сейчас. Так, очень странно. Текст сейчас посмотрю. А, с Гриндером. С Гриндером. Ладно, окей, все. Мне послышалось с Гриндера. Уже в школе начали мутить, подбивали для своей трассы, никогда не спит. Тут спустил свой капитал, снюхал все как рыбка. Саунд хорош, припев тоже классный. Короче, Найман хорош, Ниман, так и не определился, как правильно называть его, Найман или Ниман. Неплохо себя чувствует на бите, вообще нормально слушается, класс. Ну и все, походу, что-то я больше ничего такого не вижу интересного. Может, у Хаджиме что-то было. Манию. Так, симптом объявился. Зеркала души в дребезги, мимо полетели со свет.
везде наши. Вижу тебя насквозь, и мне больше не надо. Прикольно. Хороший трючок. Вижу тебя насквозь. Симптомы интересно услышать. Так, попроще тут, чем у Туманию по музлу. Потому что более нежная тема. Сам симптом такой. Ну, музло классное. Такое атмосферненькое. Хороший трек. Туманию красавчик. Симптом рад был слышать. Все, по-моему, на этом. Кэп там, разная дрянь. Забыл, напомнили. Слушаем. Неплохо. Гитарка классная. И сам бит. Крутая тема. Прикол вообще. Мне понравилось все. И то, как они читали на куплетах. И сам припев классный. И бит. И гитарка эта очень крутая. Чисто музло под конец. Круто. Мне понравилось. И вот единственный трек, который прям понравился. Я все остальное вроде прослушал, надеюсь, ничего не пропустил. Как вам, какие треки зашли? Мне зашли вот последние три вроде. Ну, Гонфлат последний, который был, Найман и Туманию. Все. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.